Грузоподъемность на ледовой переправе Хатасы-Павловск увеличена до 40 тонн. Соответствующий акт подписали сегодня управление автодороги ГИМС. На обеих сторонах переправы установлены соответствующие знаки. Наземники сейчас проводят работы по очистке снега и заливке трещин. Сегодня на 40 тонн открыли. Вот, исходя из этого, вот, ну, сейчас вот грузоподъемность увеличивается. Да? Машины уже большие пошли. И для этого мы вот работаем, 30-40 тонн открыли. Вот. Работы ведутся по заливке трещин, очистке снега и соответствующие знаки установлены.